За несвоевременный вывоз мусора перевозчика ждет наказание. В Кировском районе Самары компания «ЭКОВОЗ» вовремя не убрала отходы. В ситуации разбирались на еженедельном совещании в городском департаменте ЖКХ. Перевозчик сетует на неожиданные сбросы мусора. К таким объемам оказались не готовы и дополнительный транспорт не привлекли. Руководитель департамента ЖКХ Игорь Жарков поручил срочно вывести все накопившиеся отходы, а управляющей компании тщательнее следить, насколько качественно перевозчики выполняют свою работу. Если они повторят еще раз такие срывы по такому крупному району, напоминаю, крупному району очень, значит, я тогда буду ставить вопрос перед главой города, чтобы эта компания там больше не была.